Многие приборы подключаются с помощью прикуривателя. И если длины шнура вам будет недостаточно, то вы сможете использовать вот такой вот удлинитель. Это заводская упаковка. С одной стороны гнездо прикуривателя, с другой стороны разъем прикуривателя. На нем имеется световой индикатор. Длина шнура в нерабочем состоянии метр. Но так как шнур витой, его длина может значительно увеличиться. Это действительно полезное устройство, так что поспешите заказать его.